Привет, у микрофона Apple Explosion. Выдержав традиционные две недели между бета-версиями, Apple выпустила iOS 9 Beta 5. Так что же обновилось со времен четвертой бета-версии? Сейчас разберемся. Apple порадовала тестеров аж 15 новыми стандартными обоями. К сожалению, большая часть предыдущих изображений из коллекции пропала. Умный экран ProActive, который отсутствовал несколько беток подряд, вернулся. При первом запуске отображаются возможности и функции. Теперь при запуске приложений из ProActive нет кнопки возврата назад. Вернули поиск по контактам с возможностью написать сообщение или позвонить из Spotlight. Стандартная клавиатура получила небольшое визуальное изменения. Меню последних запущенных приложений стало существенно отзывчивее и быстрее работать. В приложении «Музыка» появилась кнопка перемешивания песен. Теперь можно автоматически использовать сотовые данные, если Wi-Fi работает плохо. В iOS 9 Beta 5 теперь новый интерфейс CarPlay. Кстати, он поддерживает сервис Apple Music и Radio Beats One. В меню настроек появился новый раздел «Нормативы», содержащий описание стандартов для данного устройства. Штатное приложение «Календарь» теперь отображает события, найденные в почте. При этом используется картографический сервис Apple Maps. Наименование раздела «Сокращение» в меню клавиатуры изменено на замена текста. Переработаны настройки функции Handoff и предлагаемое ПО. Вместо подсказок приложений из App Store операционка будет подсказывать на экране блокировки программы, установленные на устройстве. Они будут появляться на локскрине на основе местонахождения пользователя и использования другого ПО. Также в новой бете заработали приложения, которые до этого отказывались работать. Например, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигация и Skype. В предыдущих бета-версиях происходило аварийное завершение работы данных программ. Исправен дизайн выключателя автовозобновления подписки в Apple Music. Клиент для Apple Watch теперь снова называется Watch вместо часы. На iPhone 5 появилась функция выбора качества записи 720 или 1080p. В приложение фото добавлена функция сохранить в PDF в iBooks. В заметках появилась история поиска. Это и все основные нововведения пятой бета-версии. Сама система стала стабильнее, чем четвертая бета, но без ложки дегтя не обошлось. Появились новые баги, в общем, видно, что Apple работает над системой. У меня почему-то исчезла анимация открытия. Благодаря этому система работает быстрее, но вот эта дерганность начинает бесить. У микрофона, как всегда, был Apple Explosion. Не забывайте подписываться на канал, ставить этому видео лайк, а также заходить в социальные сети, ссылки на которые есть в описании. Пишите, что вы нашли новенького в iOS 9 Beta 5. Думайте иначе. Пока. Yo, check this out.